Всем постам! Полная мобилизация! Направляйтесь к башне Фиска! Фиска? Вы задержали его? Нет. Мы у башни Фиска, но все еще ждем ордера. Можно я загляну на вечеринку? Знаешь, какие у него адвокаты? Нужно сделать все строго по закону. Да брось, Юрий, я этого 8 лет ждал. Правда, хочешь помочь? Отправляйся на Таймс-сквер. Там его парни решили задержать в пути мою группу поддержки. Понял. Будет сделано. Алло? Паркер, где ты? Нам нужно хоть раз прогнать демонстрацию до приезда комиссии по грантам. Да, простите, да. У меня тут личное дело. Скоро буду, обещаю. Надо быстро закончить и бежать на настоящую работу. Похоже, Юрий вызвал кавалерию. Таймс-сквер, мы тут под обстрелом! Пора пробивать! Назад! Заказывал двойную порцию тяжких телесных. Заходь! Сзади! Знаете, я сегодня что-то бодрый такой. Следующий. Мне это не нравится. Нанял немало ребят. Человек-паук, как ситуация? Я почти закончил. А вы? Мы сейчас начнем. Скоро буду. Не терпится увидеть, как ты защелкнешь на Уилле наручники. Так, Юрий, готово. Что происходит? Юрий? Юрий! Так и знал, что Фиск поднимет шум. Пришлите еще людей и закройте небо! Юрий, ты как?
Если он выберется из здания, не поймай. Ну, я тогда... Начинай. Да! Время пришло, Билли! Берегись! Эй, ты куда это? Лови! Я расчищу путь, за мной! Уходи, паук, мы сами справимся! Огорчать, но вы уже не справились. Он же все испортит. А, спасибо за поддержку, ребята. Вот она, некомфортная рабочая среда. Кажется, это все. Вперед, вперед! Они вырубили лифты! Лестница! Я предпочитаю более прямой подход. Человек-паук, как там? Поднимаюсь потихоньку. И надеюсь, что никто не включит лифты. Наши вертолеты под обстрелом. Фиск расставил своих бойцов на всех этажах. Он в отчаянии. И бросил на нас все, что у него есть. Найду его и покончу с этим. Рано. Мы перехватили их разговор, они чистят серверы с данными. Нам нужны доказательства, чтобы засадить его надолго. Так, значит, серверная. Звонок от Мэй. Лучше отвечу. Противник! Привет, Мэй! Что ты там делаешь? Смотрю супергеройский фильм. Как жизнь? Хотела напомнить, что завтра вечером у нас ужин. Точно. Слушай, у меня тут... Хорошо. Люблю тебя. Я тебя тоже. Держите его, не давайте ему прыгать. И как это может хорошо закончиться? О, нет! Теперь следующий. Жалеете, что занялись этим? У нас еще есть шанс! Самое время надрать ему за! Валите его! Надо найти серверную, пока улики еще там. Если я пойду здесь, они уничтожат все улики. Надо проникнуть по-тихому. Вот так лучше. Нормальные герои всегда идут в обход. Может, Фиск и грязный бандит, но в вентиляции у него на удивление чисто. Быстрее! Босс приказал все стереть. Я не могу ускорить удаление. Они такие милые, когда беспечные. Как у всех. Половина готова. Еще минута две и все. Как думаешь, чтобы нас не быть? Не важно. Это техподдержка? Я забыл свой пароль. Человек-паук! Я проловлю! Берегись! Внимание! Полное форматирование. Вы даже для сисадминов слишком грубые. Надо попытаться спасти хотя бы остатки данных. Посмотрим, как у них с безопасностью. О, нет последнего обновления. Прячешься в серверной?
Какой трус. Не ожидал. Говорит парень, удаляющий историю запросов. Глупый мальчишка, жизнь тебя так ничему и не научила. Да, но в том-то и моя прелесть, верно? Проклятье! Выломайте дверь, живо! Прикончить его! Уничтожить все! Посмотри вокруг! Это все создал я! А чего в своей жизни добился ты? Ну, однажды я между делом задержал одного напыщенного криминального босса. Если я уйду, весь сброд этого города вылезет на улицы. И виноват будешь ты. Ты славно потрудился, Фиск. Мне почти жаль тебя. Это только пролог. Что ж, перейдем к основному. Я видела. Похоже, Фиск тут все заминировал. Я высылаю саперов. Им никто не помешает. Убить его, или босс убьет нас! Не стоит мешать главарю. Кажется, это все. Все чисто, вперед! Эй, вы! Кажется, бомбы входят в план побега Вилли. Похоже, они заперты. Ты иди к ним! Мы найдем бомбы. На помощь! Кто-нибудь! Все на выход! Всем покинуть здание! Кажется, там еще есть люди. Я их найду. Человек-паук! Не вылезти! Мы застряли! Я подниму. Освободитесь, выбирайтесь. Помогайте тем, кто ранен. Ясно? Ну, вперед! Ну, Уилли, я уже на подходе. Человек-паук, это Юри. Как там, капитан? Могло быть лучше. Наши вертолеты потрепали, пришлось их увести. Если за Фиском прилетит вертолет, ему никто не помешает. И если улетит, догонять будет некому. Почему у меня такое чувство, что он спланировал все заранее? Это на него похоже. Черт! Юри, врачей сюда, срочно! Попытаюсь. Ложись! Побаловался и хватит. Еще ракеты? Это уж слишком, нет? День ракетчика! Ты вообще заткнешься? Попался! Ну и как бы саперы смогли здесь пройти? За ним! Спокойно! У меня на всех хватит! Ставлю свою пушку против его ловницы! Разорву тебя! Так, тут чисто. Саперы должны быть где-то впереди. Надеюсь, они живы. Вы в порядке? Мы как раз хотели звать подмогу. Так это я? Ты вперед! Мы пойдем за тобой. Эй, босс!
все это время спали с Фиском? А, у меня слишком богатое воображение! Держи его! Убейте его! Итак, ваш план не сработал. А теперь план Б. Получить по мордасам. Не подкачай! Эй, Юрий, похоже, кое-кто из ваших работал на Фиска. К счастью, это была последняя линия обороны Уилли. Я у входа в кабинет. Задержи его. Быстро. С радостью. Пишешь мемуары? Не забудь дефис между человек и паук. Готовьте вертушку. Я скоро буду. Я удивлен, что ты добрался. Но отсюда ты не уйдешь. А, ты же понимаешь, что я тебя вижу, да? 8 лет этой наглости. О, это мне не стоило! Подожду нужного момента. Перезарядка. Вперед! Что ты делаешь? Что такое, Уилли? Ты недоволен? Я тебя уничтожу! Ты уж постарайся! Всех бедах этого города! Ха. Я хотел сказать так про тебя. Вы знаете, что делать! Окружить! Все в атаку! Нарывайтесь! Идиоты! Вас учили драться, так деритесь! Оправдания мне не нужны! Защищайте босса! Нет! Я сам кретины! Ну и где же подкрепление? Не знаю. Что насчет поцелуя? Ладно, в другой раз. Наконец-то едешь в Райкерс, да? Думаю, у тебя тут врагов даже больше, чем у меня. Если ты думаешь, что не будет никаких последствий... Ой, мне пора. Эй, удачи, Вилли. Чувствую, она тебе понадобится.
Идиот! Я сохранял порядок в этом городе! Один месяц! Один месяц, и ты пожалеешь, что меня нет! Главарь отправляется за решетку. Конец эпохи. Такое стоит отпраздновать. Может, отпуск возьму? Паркер, ты где? Комиссия скоро будет здесь. Надо проверить оборудование. Совсем рядом, в паре кварталов. Придется все делать самому. Не надо, это опасно. Ценю энтузиазм Дока, но иногда он перебирает с ним. Надо поспешить, пока он не покалечился. Простите, опоздал. Я... Вы начали без меня. Глава комиссии по грантам скоро прибудет. Ты что, Паркер? Я изобрел это оборудование, значит, справлюсь с ним. Гаситель колебаний! Черт! А, может быть, отключить? Еще нет. Сейчас! Доктор Октавиус, вы в порядке? Опять неудача. Но почти. Пострадавших нет? Нет, это все из-за меня. Затраты энергии превысили ожидания. Но в каком-то смысле это тоже неплохой результат. Результатом здесь не пахнет. Уверен, следующий этап... Не будем забегать вперед. Мы можем где-нибудь еще это обсудить. Может быть, тебе сегодня взять отгул, Питер? Но... Потом поговорим. Это бред какой-то. Как глушитель мог не выдержать? Да, док выгнал меня на выходной, но сперва разберусь, что пошло не так. О, ты не в лучшей форме, малыш. Посмотрим, что с тобой не так. Плата сгорела. Паршиво. Если бы я не опоздал на проверку, я бы заметил. Вышло. Ага. Перенаправим сервопривод.
Ладно, что дальше? Сбалансируем напряжение. Закончим. Посмотрим, что будет. Как новенькая. Док испытывал новые материалы для протеза. Он просил меня просмотреть работу, когда будет время. Оно пришло. Док проводил испытания с новым материалом для протеза. Гидрогель-полимерный композит. Прочно, но сопротивление велико. Скажу доку, что стоит попробовать что-то еще. Так, ладно. Надо уходить отсюда, пока я все окончательно не испортил. Человек-паук, это Юри. А Фиск уже в Райкерс? Не в Райкерс. Наш парень заслужил наилучшие условия. Он на плоту. Ага, со Скорпионом, Электро и компанией. Фиск должен быть польщен. Такая компания. Можешь заглянуть в участок? У меня есть задание как раз для такого уникума, как ты. Для тебя, Юри, что угодно. Уже в пути. Похоже, Джеймсон выпустил новый эпизод. Интересно, что мой главный фанат думает о победе над Фиском? Это только факты с GM Джон и Джеймсоном, где слушатели обсуждают происшествие с лауреатом Пулитцеровской премии... Дважды! С дважды лауреатом Пулитцеровской премии, бывшим редактором Daily Bugle... Эй, упомяни книгу! И, как всегда, если вы закажете книгу мистера Джеймсона «Человек-паук. Опасность или угроза» в течение суток после эфира, вы получите копию с бесплатным автографом. Без пожеланий. Не просите. Не получите. Добро пожаловать только факты с GM Джоном Джеймсоном. Мы расскажем вам обо всех угрозах нашему городу. Перейдем к звонкам. Говорите. Вы признаете, что Человек-паук заслужил наше доверие за победу над Фиском? В смысле, бандит должен сидеть в тюрьме, правда? Серьезно? А вы скажите мне, кто? Полицейский? Прокурор? А может, признанный журналист с огромным опытом работы, как я? Нет, водопроводчик. О, прекрасно. Тогда чините мой сортир и заткнитесь! Я расскажу вам кое-что о криминальных боссах. Стоит арестовать одного, и каждый пацан с пушкой и золотой цепью на шее решает, что он теперь крестный отец. На улицах начнется война между бандами. По вашему паутиноголовому кретину не все равно? Ошибаетесь. Он телезвезда. И для него это главное. Зато я могу спокойно купить медную трубу без откатов. Так что пока война не началась, я на его стороне. Посмотрим, как вы запоете, когда три новых бандита заставят вас платить втрое больше каждому. Или ноги вам переломают. Всего доброго. Однажды, Джона, однажды ты скажешь про меня что-то хорошее.